Алло, Люся, это я. Я в больницу попал, у них места нет, меня положили в родильное отделение. Вчера врач приходил, сказал, что я скоро рожу. Я сказал, что я ногу вывихну, но он сказал, что это не помешает. И чтобы я успокоился, продолжил мне считать до 1000. Алло, Люся, я уже до 3 миллионов досчитала, все равно боюсь. Нет, Люся, УЗИ у них нет, они определяют так. Если кому сестра-хозяйка выдает синий халат, будет мальчик. Если розовый, девочка. У меня зеленый, Люсь. Сегодня утром обход был, врач посмотрел мою грудь и сказал, что мне будет трудно кормить ребенка. Нет, Люсь, он нормальный, сказал роженицам, чтобы они брали с меня пример. Потому что я не курю, ко мне мужики...